Сәлем! Сіздермен жүзім! У нас очень хорошо, настроение очень такое позитивное, настрой на работу, на творчество. Да? У нас были выходные, чтобы немного перевести дух. Ну, выходные мы поехал к себе домой с семьей, как положено, мы встретили и отметили Новый год. Думаю, этот год, когда ЖСМ выйдут более свежими, более дойдут такую ауру, и мы, конечно, получим это от наших демон вдох, и этот вдох мы превратим еще больше и дадим больше энергии. Думаю, этот год, когда мы будем узнавать что-то новое, пробовать что-то новое, и ну, мы думаем, мы станем еще лучше. Это такой маленький секретик, и мы сейчас его раскроем. У нас сюрприз для Димы. Мы готовим фан-митинг, фан-сайн. И наконец-то мы с вами встретимся. Мы очень этого ждали и очень сильно хотим встретиться, чтобы почувствовать эту энергетику. Потому что мы видим, как вы постоянно на вашей фан-странице, которую вы ведете для нас, и нам хочется сказать спасибо. И этим образом мы 27 января проводим наш фан-митинг. Поэтому приходите все, мы вас очень сильно ждем и очень сильно любим. Поэтому там будет очень интересно. Мы хотим презентовать наш новый трек. Выступления, автографы, как все полагается. Автор Ахарова Раушан, и текст я написала, Кенжибай Жулдас. Эта песня, она, ну, что-то новое. Это, как это же объяснить? Ну, это то, что не заставит вас просто стоять без движения. Потому что раз вы придете, мы хотим вам дать такое, чтобы вы зарядились чем-то. И поэтому, мне кажется, очень будет весело и будет очень круто. На самом деле мы придерживаемся концепции именно таких кочевых треков, потому что фишка ЖЗМ — это танцы, и необычные танцы. Из-за того, что нас шестеро, и мы даем именно такую энергетику, мы можем сделать шоу, и поэтому танцы — это вот наша фишка. И мы акцент больше на это ставим. Поэтому приходите, будет весело, очень круто. Бакалап келдым бәрін сырттарынан. Демалыс мерзімдерін тоқтатылар. Әнсіздік ораның алдында санадан сөзсіз кепті. Әлемге мынау өнсіз сыйлаймын түрлі түслепті. Демім, сіздерді 27-ші қаңтар күні күтеміз. Келіңіздер, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Сіздермен жүзімдескенше. Маған оның бір көрген.